Так, ну что, вот наш четвертый вечер на вилле. Все только-только приехали у нас со съемок и жутко умотались. Нас вон с Серегой вообще укачало. Сережка, ты как, живой? Отлично, отошел. Серега уже отошел, он молодец, парень у нас крепкий. Нас сегодня 5 часов мотали по волнам, обещая нам красивый-красивый остров. Высадили нас на двух островах, пока мы до них добрались, нам уже стало так себе. Новосибирск, привет! Вторая серия, сейчас я вам даже покажу, где вторая серия, вы сможете ее частично увидеть. Так, видите, это Дмитрий Клоков. И серия будет загружена уже 95%. Осталось... Нет, уже обработка идет. Обработка идет, все. Димка говорит, что скоро все будет уже. Буквально через 5 минут максимум. Все, так что ждите 5 минут и смотрите самыми первыми вторую часть. Вторая часть была объяснена. Это Денис. Денис, как всегда, красавчик. Его точно не укачивает. Аппетит у него шикарный. А сейчас... На самом деле, меня никогда не укачивает, я никогда не пил эти таблетки. Но сегодня я ее выпил, и я думаю, как я счастлив, что я ее выпил. Так как сегодня у нас еще никогда не пил. Да. Эту поездку мы не забудем никогда. Да. Денис будет опять сейчас готовить вкусную еду. Мы ему будем помогать в этом. Он красавчик, нас не бросает. О, вот, ребята, это наш крокодил, которого вчера все-таки мы не смогли сделать. Песни поются, крокодил не ловится, а у нас он ловится, вот, его поймали. Да. Крокодильчик. Да, и филе рыбы тоже все делается на гриле. Не, ребята, здесь никто никого не бьет, у нас здесь очень дружная команда. Когда третья серия, ну, ребят, сейчас вторая заливается, а третья серия будет уже вот-вот сделана, скоро, осталось совсем немножко. Так что такие дела. Что тут у нас вкусного на столе? На столе у нас кока-кола, даже без сахара, немножко овощей. Сашика какая сделала? Да, почему бутика нет? Ну, потому что Сергей Николаевич занимается своими делами. А пока никого нету. Вот такие дела. Ксюша, привет. Ксюша, тебе привет передает. Спасибо вам тоже, всем большой привет. Все, ребята, трансляцию заканчиваем, мы с вами еще попозже постараемся выйти, а сейчас будем готовить. Всем спасибо и ждите буквально через 5-7 минут следующей серии. Все, Димка Клоков чемпион, он не отдыхает, он работает постоянно. Все, всем спасибо, всем пока. С вами был я и до новых встреч. Счастливо. Первый раз вижу человека, который так общается в перископе.